Тем часом до Олимпийских гульня у Токио засталось меньше, как 200 дён. Все краины света протягивают борьбу за лицензии. Беларусь не выключение. На сегодня у скарбонцы наших спортсменов 63 путевки на Олимпиаду, 11 из яких завоевали гамельчане. Бронзовый призер чемпионату Европы Ирина Просянцова одной из первых отримала квиток на головное спаборництво 4-годия. Как проходит ее подрыхтовка до гульня, доведалась Вероника Гамзюкова. Подстав говорить об себе белорусские пятиборцы имкнутся давать все больше. Чемпионат Европы в британском бате стал самым значным спаборництвом у спортивной карьеры Иры Просянцовой. На этом турнире гамельчанка завоевала бронзовый медаль, что и обеспечило ей лицензию на Олимпийские гульни. Для спортсменки это самое великое достижение. Настолько была рада не то, что даже лицензии, с одной стороны, лицензии, медали первые личные, но, наверное, больше того, что я на 70% справилась психологически. То есть, вспоминая прошлый опыт 4 года назад, в том же месте, тот же город, и совсем разные иры присутствовали там, и 4 года. Я понимаю, что за 4 года я проделала большую работу над собой, и психологически вот была готова. Зараз спортсменка протягивает подрыхтовку до Олимпиады. У пятибор ее коронные дисциплины – фехтование и бег. Ирина каже, фехтование – это гульня розуму, где треба разыграть бой, раскласти по элементах и найти слабое место соперника. Без бегу девчина не может прожить и дня, и у своих силах упевнена. А вот самая непредсказальная дисциплина – конный спорт. По выньках жеробьевки можно отримать норовистую живелу, и выступление окажется неудалым навод у самого опытного спортсмена. Зараз Ирина сярод лидеров сборной Беларуси. Як лечит ее тренер Михаил Куземкин, Просянцова здольная на ровных конкурировать с наимоцнейшими пятиборцами света. С каждым годом она учится показывать на соревнованиях то, на что она способна. То есть она психологически себя подводит сама. Она уже меньше, ну как говорят у нас, мандражирует, то есть у нее нету там стартовой лихорадки или стартовой апатии. В ближайших планах Иры Просянцовой 4 этапа Кубка Свету и финал, який пройдет в Казахстане. Менавіта по выниках этих спаборництвах канчаткова вызначит спортсменов, которые отправятся на Олимпиаду. Вероника Гамзюкова, Павел Антонов, телерадиокомпания «Гомель».